Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Cars for Sale Simulator. Симулятор перекупа. И мы находимся на автомобильном рынке. Вау! Что за колеса такие? Давай посмотрим, сколько стоит эта тачка. А, всего 40 тысяч. Давай сторгнемся за 35, за 34 тысячи, может быть, она продаст. Ну, давай. 34 тысячи рублей, и тачка моя? Нет, вопрос. 6 тысяч мы скинем. 6 тысяч. 6 тысяч мы скинули. Круто. Но у меня еще есть полмиллиончика, поэтому давайте посмотрим, что тут еще продается. О, какой автомобильчик классный. Давай его попробуем купить. За 15? 12 тысяч. Давай по рукам. Слушай, двенашку. Нормально. Слишком низкая. Хорошо. За 13 тысяч давай купим тогда. Почему бы и нет? Ну, за тринашку. Продашь? Я старался. Да, продал. Спасибо. Где она? Вот, нифига. Подожди, эту тачку, которую я купил, я ее сейчас быстренько глушу и отправляю к себе на эвакуаторе. А на этой я поеду. А еще я куплю какую-нибудь еще машинку. Ой, мне вот это нравится. Смотри, какая красивая. А, привет. А, почем? Сейчас торганемся. 190 тысяч. А, хорошо. А, давай 170. Блин, 190. Давай, знаешь, 165. Если она за 165, она мне продаст. Но я не думаю, что она так скинет мне. Ох, нифига, она мне скинула. Охренеть, это такая тачка крутая. Отправляем. И мне еще одно место есть. И мы сейчас посмотрим какую-нибудь машинку. Сколько у меня? 300 тысяч есть. Хорошо, когда есть деньги. Слушай, я вот эту еще хочу купить. Хватит ли мне денег на эту тачку? 28. Давай за 20, за 22. Вот то я наглая, смотри, за 22 покупаю. Хорошо. Не хочет он. За 25. Давай за 25. Да. За 25 он мне ее продал. Отправляем также ее. Ну что ж, а вот это, наверное, дешевая тачка. Смотри, бомжеватого типа. Типок. Да, бомжеватого типа. Мужичок продает. Хорошо. Отправляемся на этой машинке домой. О, монстр. Что-то как-то она медленно едет, разгоняется медленно. Подожди, а бомжику надо денежку дать. Привет. Раз. Два. Три. Четыре. Кто-то говорил, типа, давай бомжу денег, и он тебе что-то даст. Thank you. Thank you. Thank you. Иди нахер. Сейчас я деньги потрачу. Ребят, напишите в комментарии, что там, если бомжу давать деньги, то что он сделает? Даст машинку какую-нибудь? Ладно, поехали на район свой, домой. Очень медленно она едет. Сейчас посмотрим, до скольки разгонимся. 40. 50. 60, 70. Ага. А как же она тормозит? Ну, нормально. Как бы притормаживает тоже хорошо. Мы ее сейчас красивенько здесь развернем. И поставим в уголок. Нет, давай еще чуть-чуть подъедем. Вот таким образом. Хорошая машина, но почему-то она очень медленная. Мы купили мы ее всего лишь за 13 тысяч 2003 года. А 2003 года, поэтому она такая медленная. Вот это уже поинтереснее машинка. Сейчас мы ее... О, в смысле, блин. Врезался, нет? Нормально? А чё здесь так места мало? Мне надо срочно прокачать. Побольше места здесь купить. Хоть у меня тут типа трава растет, но кустики. А, давай сразу выкинем мусор.
Уберемся. Откроем офис, пусть открыт будет. Блин, как всегда, у нас офис грязный. А если остров, если офис грязный, то покупатели будут ходить и думать, типа, че тут за грязь такая? На это я еще хотел немножко покататься. Типа она крутая какая-то. Опа, смотри. А чё, покупатель? У меня чё, разве что-то продается? У меня вот эта машинка продается. Ладно. Угу. Сейчас мы ее продадим. Так, давай-ка эту тачку я сейчас сюда поставлю. Оглушим. Пока не буду продавать, я ее быстренько помою сейчас. И тебя тоже, заразом. Тебя надо помыть, нет? Бесплатная мойка. Главное, пока я буду мыть, чтобы он не драпанул отсюда. Так, все, автомобиль вымыт. Давай посмотрим. Цена покупки 30 тысяч. Еще одна идет, смотри. Торганемся за 56. Угу, за 56 забирай. Он купит ее. И бабенка убежала. Так, сразу мы остальные тачки продаем. Какие у нас здесь? О, у меня здесь дофига машин. Угу. За $1 000 000 мы продаем каждую машину. Конечно, мало кто купит ее, но на всякий случай выставим. Отправляемся. Ох, какая, смотри, она аж блестит. Она вся красивая. Кстати, я ее не помыл. Как бы она блестела бы, да? Она, кстати, не сильно грязная. Вроде бы как. Где еще грязь? Все. Автомобиль помыт. А на эту хочешь купить? Ну, это дорогая машина. Как бы я на ней еще хотел покататься немножко. Поэтому дешево эти я ее не смогу продать в любом случае. Где еще грязь? Где? Вот здесь еще не помыл. Где? Я же видел. Где-то здесь сзади грязь была. Она сейчас уйдет. Пока я здесь грязь ищу. Ладно, сколько стоит? 165 тысяч покупка была. Нихера себе, за 300 тысяч. Давай, за 303 тысячи. Почему 303, не знаю. За 303 я хочу. Да, она ее выкупила. У меня дофига денег, я смогу прокачать офис. Так, смотрим. Почем? 34, 149 торговаться, 55 тысяч. Давай, за 55 тысяч покупай. Есть, купила. Вот еще один дурачок стоит. Ну, она дешевая, у меня 13 тысяч. Я не думаю, что тут большая сумма будет. 20, нифига себе. Давай за 23. За 23, ну ладно, хер с тобой. За 24 тысячи давай. Подешевле. Есть, он купил. Ну, чувак, не уходи далеко. У меня еще одна тачка есть, которую... Тут вообще какой-то кабриолет, что ли. Прям вообще, смотрю, огонь машина. Оп-оп, в дерево. Главное не врезаться. Сейчас мы ее быстренько продадим. У меня автомобильный рынок открыт, поэтому мы еще успеваем. 4 часа дня. Хотя, может быть, я не успею. Побежали на авторынок быстренько, быстренько. Скупаем все тачки, которые там есть. Денег у меня куча. Куча денег. Машинки новые появились или нет? Сразу смотрим, дорогие. Блин, тут самые дешевые одни остались. Ладно. Ой, она битая вся. За 29. Давай за 22 тысячи. Она битая. Он должен продать. Нет, не хочет. 29. Давай тогда 24. Блин, она битая вся, смотри. Крашеная, битая. Есть. Да. Все-таки она продала эту тачку. Хорошо. Вот этот давай развалюху возьмем быстренько, пока авторынок еще работает. 16. Торговаться за 13. 3000 сразу скидываем. Блин, да ну нафиг, давай за 14. Да хер с тобой. Только давай быстро думай.
автомобильный рынок пока открыт. Я хочу по максимуму здесь закупиться. Ага, за 15. Блин, да что так они все мало. Маленькие суммы сильно. Ну давай быстрее думай. Да конечно моя. 2000 всего лишь я сбагрил. Так, следующая тачка. Тоже ее скупим сейчас. За 50. Ну, уже получше. Уже получше. За 43. Давай быстренько за 43 я забираю все. Есть. За 43. А, вот это вот, я думаю, неплохая машинка будет. Как отсюда я эти все машины буду вывозить? Нахер. 8000. Ничего не заработаем на этой. На 8000 мы ничего не заработаем. А 6. И тоже вообще ничего не заработаем на 6000. Мы не сможем ее дорого продать. Чем дороже машина, тем лучше. Вот уже хорошо, 16 тысяч. А давай за 13 тысяч мы ее забираем быстренько. За тренажку. Блин, ну давай тогда, ладно. 14 тысяч, хорошо. Не хочет на сильно торговаться. Есть моя машинка. А мы ее отправляем сейчас. Раз. А где еще мои тачки? Вот это вот. Мы ее отправляем. Два. Эту мы отправляем. Три. Эту мы никуда не можем отправить. Это тоже моя тачка. Это ё-моё. Я что, реально, что все тачки скупил? Давай эту купим. Не, да, да давай, давай. За 8. Торговаться за 8, значит, за 6. Значит, за 6. Ты мне ее продашь. Давай тогда за 6500. Угу. Ну давай за 7. Да, за 7000 он у меня. Он покупает за 7000. И я еду туда на этой. Пока те машинки стоят. Ладно. Мне нужно припарковать все тачки свои. И я еще вернусь быстренько. Ой, ночь наступила, прикинь. А что будет с машинами, если я спать поеду? О, фига, она разгоняется. Ставим тачку в офис. Вставляем. Глушим. Я иду спать. И потом сразу на автомобиль. А, нет, подожди. Давай хотя бы эти тачки все поставлю. Чтобы у меня они стояли уже в моем офисе. Никому не мешали. Вот это я припарковался. Фига, я вылез вон с той стороны. Алло! А чё, движок-то не выключилось? Что ли? Выключаем движок. Видишь, меня куда выкидывает, а? Вообще в другую сторону. Так, ладно. Мне нужно... Ох ты, задел, да? Задел. Короче, будем расширяться. Будем расширяться, потому что места очень мало. Мне этого недостаточно. Ох ты. Какая она бесшумная. Что там задел? Ладно, давай мы ее здесь оставим пока. О, хорошее место. Идем спать. И посмотрим, на автомобильном рынке останутся ли мои тачки или не останутся. А это мы увидим уже в новой серии, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы увидеть в следующую серию. Остались ли наши тачки на автомобильном рынке?